Вот ты даешь тоже. Ты вот кто тут беспредельничает, мусор разбрасывает. Что ты нашел что-нибудь? Давайте его одомашним. Древние жители же когда-то одомашняли дикую свинью. У нас пельмени, они не вареные еще. Тебе смысла нету у нас их забирать. Чего, не купили даже пельмени? Нет, мы зато купили капсулы внести. Тебе капсулы для стирки точно не нужны. Кабашка. Офигеть, блин. Ну такой. Как думаешь, килограмм 40-50 весит все равно, да?